классический протокол операции имплантации, или как его еще называют, двухэтапной имплантации, предполагает, что после первого этапа, то есть, собственно, установки имплантата и его ушивания, через определенное время следует второй этап, при котором требуется повторный разрез в области имплантата и после этого его протезирование. Однако нужно понимать, что каждое последующее хирургическое вмешательство негативно отражается на всех окружающих тканях, как на десне и на костнице, так и на костной ткани. С учетом этого был разработан новый метод имплантации – трансгенгивальная имплантация или имплантация без разреза, когда все проводится в один этап, не производится каких-то больших разрезов или мощных, тяжелых, мягкотканных или твердотканных аугментаций, и сразу после установки имплантата он не ушивается, в него устанавливается либо формирователь десны, либо временная коронка. При этом нужно обязательно понимать, что поскольку во время трансгенгивальной имплантации у хирурга зачастую нет прямого визуального контроля, то такая операция обязательно, в обязательном порядке во всех 100% случаях должна проводиться при помощи компьютерных 3D-шаблонов, изготавливаемых по данным компьютерной томографии. Также необходимо учитывать, что далеко не все системы имплантации позволяют установку имплантатов непосредственно через хирургический шаблон, поскольку для этого у системы имплантации должен быть свой индивидуальный хирургический набор. Например, такой, который есть у той системы имплантации, с которой мы работаем на протяжении уже последних 20 лет, Vega-Simados. В целом, данный метод, безусловно, является намного более щадящим по сравнению с классической имплантацией. И при соответствующих показаниях, при надлежащем трехмерном компьютерном планировании, при четком выполнении технологий, позволяет сохранить мягкие ткани и костную ткань и нанести гораздо меньшую травму организму по сравнению с классической имплантацией. Я приглашаю вас всех на консультацию в клинике Мегастом, для того, чтобы мы могли вам гораздо более подробно рассказать о трансгенгивальной имплантации.